enemy's turn to pick. GD's turn to pick. IG's turn to pick. GD's turn to ban. IG's turn to ban. GD's turn to ban. Ну что, друзья, всем еще раз привет. Не знаю, слышно ли меня на стриме, но думаю, меня слышно уже в Dota TV. Куда-то немного отошел Виллад, и это игра под номером 2 в противостоянии Invictus Gaming против LGD, и с вами Matrix.
Первая игра закончилась победой. Победой Invictus Gaming с большим-большущим камбэком. Казалось, уже не может LGD проиграть данный матч. У Силара было в один из моментов на Морфе 10 тысяч денег. Но умудрились проиграть LGD и IG. Заслуженно ли, не заслуженно ли, но победили в первой игре. Нас ожидает игра под номером 2. Немножко меняется все по ролям. Теперь морф у IG. В то время как в прошлой игре морф был именно у LGD. Напомню, что был еще и сила Бэр, которого мы не видим в этой игре. Который еще, кстати, может появиться, так как он не присутствует в банах, не присутствует в пиках. Где-то Вилат потерялся, но, думаю, он скоро будет. Это The International, дорогие друзья. Финал лузеров. Возможно, последняя игра на сегодня, кроме гранд-финала. Возможно, если вдруг сейчас LGD соберутся, и мы увидим еще третью игру, это будут прям такие опасности. Четвертым пиком залетает цемочка в стан команды IG. Так что вот такие вот помидоры. Совсем скоро, я думаю, мы начнем. Уже предстоит сейчас выбрать пятого героя монстром из LGD. Потом вслед за ними выберут пятого героя. Опа, Леон. Опа, опа, Леон, Леон. Забавно, забавно. LGD, проигрывая со счетом 0-1, берут Леона. И почему-то очень радуется зал, при том, что все мы прекрасно знаем, что данный герой обычный себе суппорт практически. Вот, ну, посмотрим, что бы это могло значить. Вообще, честно говоря, я вот... Или Штрак, ого. Зачастую по ходу турнира очень часто брали Или Штрака чуть ли не на ФП многие команды, но вот здесь последним пиком залетел Или Штрак в стан команды IG. И по героям. ЛГД, Бистмастер. На Бистмастере Капитан, Ксяо Эйт. На АЭМе никто иной, как Силар. Понятное дело, Яо на Инвокере. На Леоне Дидси. Диди играет Виномансером. Капитан команды IG, Фейв. Играет на ЦМке. На Морфе Джоу. Кто бы еще мог играть на Морфе. На Бруде Феррари 430, которому мы обычно привыкли видеть соло мид ролях. YYF на Лишраке и Шуан на Тайт Хунтере. Так вот, я, честно, не понимаю появление Леона, которого не было на протяжении всего турнира. Он появляется уже в проигранной игре. Знаете, как будто это супер-сверхсекретный план C или Z, который поможет вот так вот взять и выиграть игру. Ну, посмотрим. Посмотрим, что это будет в конце концов. На изилайне будет фармить у нас АМ. Против него будут стоять Бруданами, где будет противостояние Морфа и Инвокера. И возвращается ко мне Вилат. Так, подруку. Я вернулся. Ребят, я вернулся. Тут мышкой пока управлял. Лост пока меня не было. Я зря искал бейджик на халявное бухло. Зря Лост ничего не говорил. Он не знал, куда говорить вообще. Он не знал, куда говорить. Я уже представил, в общем, кто на ком играет. Может, там для себя проклацать. Подметил я, что немножко удивлен появлением Леона. Знаешь, проигрывает LGD 0-1 и берет Леона. Такое ощущение, как будто это супер-сверхсекретная заготовка, что очень вряд ли. Это не супер. По-моему, это просто истерика. Я не знаю, что делать. Возможно.
Так, ну что, все, я уже конкретно ворвался в игру. Конкретно ворвался. Смотри, можно натыкал инвокер Марфу. Еще натыкал ЦМ. Ну, инвокер тут таблу Яо вообще гоняет в миде. Это же LGD Яо. Но если LGD, выигрывая весь турнир, 19 матчей подряд, проиграет 4 подряд и займут третье место, это для них будет вообще как обидно. Катастрофа. Просто пиздец, как обидно. Встань туда. Вокруг тебя, так я что... чувствую, там уже начинает собираться целая банда, тусовка, да? Да. Мы тут сидим с Артуром, потянулся к нам Лост. Может, еще кто-то потянется. Но Лоста скоро отсюда заберут в подвалы гестапо, как это называется, Эш. В комнату ожидания матча. Гранд-финального уже матча. Хотя, насколько я знаю, должен быть перерыв между финалом Лазеров и гранд-финалом. Насколько мне сообщали, это буквально часа 3 назад. Валвы. Может, на дуэли, я не уверен. Так и планируется, да, что не пустят нас в гранд-финал, да? Еще неизвестно, я еще решаю. Ну, уточни. Ты еще решаешь, в смысле, бросаешь монетку, да или нет? Я, ну, да или нет, если бы это от меня зависело. Но вообще, насколько я понимаю, у них самая основная была проблема в том, что, типа, вас может лагать или вас будет, типа, хреново слышно. И они не хотят это делать. Но вас, типа, не лагает, вас, типа, слышно хорошо, поэтому... Финол, типа, я думаю, не должен быть против. Я должен подойти сюда к Эрику после игры, сказать ему. А, в принципе, он и так знает, что все окей, они нас слушают. А, Финол, что... это кто? Финол, я понял, это матч админ. Да, это матч админ. Как он выглядит? Именно он занимается этой всей фигней. Это именно он вот эти вот фаерволы настраивает. Именно он делает вот эти вот все фишки, которые здесь работают у людей. То есть, когда ты садишься за комп, и у тебя все вообще готово. Тебе не надо не раскликиваться, нифига, у тебя там, как мне вчера ребята рассказали, ты просто садишься за комп, если тебя даже девайс подключает, тебе надо пароль в Steam ввести, у тебя настройки мышки, тупо все моментально готово сразу, и тебе остается просто только зайти в игру и играть. Браво, Valve, конечно, потрясающая подготовка, ну, к турниру. Да, это понятно. Что понятно, столько денег, нифига себе. Знаешь, после прошлого турнира они сделали какие выводы, ой, на Феррари тут. Посмотри, нападает. Помазали гелем Феррари. Ну, почему бы там не сделать выводы, конечно, потому что были косяки, и мало того, еще сейчас домашний турнир. Поэтому вообще в грязь лицом нельзя было бы. Ну, это Сайлор. О, два крипа не пропустил. Ну, я понимаю, что он серьезно настроен, но есть у меня мнение, что все-таки, наоборот, минус мораль сейчас у команды LGD. Довольно плотная такая минус мораль. Они прошлую игру, выигранную игру проиграли. Вы их дважды отмудохали, так что я думаю, они сейчас не очень. Тебя сейчас там не смайл смотрю, возле лостом тебя, учился. Да? С лостом или со смайлом? С лостом. Смайл где-то его уже Эш заарканил в комнату эту страха и ужаса. Он там сидит один. А там в этой комнате есть мониторы хоть у вас? То есть вы можете там смотреть. А? Чем здесь лучше? А, показать куда-то. На чем меня слушать? Мы только что первую игру комментировали. Я вообще спал, молчал. Каспер тоже спал, молчал. Мы сидели вдвоем. Мы не понимали вообще, что происходит. 65 минут порнухи. Сильно вывенная дота была. Ну, мы, кстати, да, решили вот с Каспером, да, что вот прошлый матч был на руку все это. Да, вот это вот круто. Брудмазер с Крипстат 0-0. Брудмазер, Крипстат 0-0. Это вообще... Так вот, мы решили, что прошлый матч был очень даже на руку команде Na'Vi. Потому что 65 минут напряженки и так далее. А сейчас еще одна игра. А если еще будете 1-1, это вообще будет фантастика. Просто команда, которая сядет играть против Na'Vi, она для нее это будет уже 7-я карта за день. Надо будет играть еще 5, то есть 11 раз в доту за день. Возможно, 3. На интернешнале. Это вообще, то есть... Один сразу даже на асусах не всегда играть приходилось за день. А тут напряженка. Все-таки единственный, наверное, бок Valve, это то, что ребятам... Давай, Дима, ты поводи мышкой. Не хочешь? Поводи, если тебе не впадло. Лост будет сейчас за рулем, ребят, все, кто нас смотрит в стриме. 2,5 кастера в эфире. Да, 2,5 человека, 2,5 кастера. Какое-то неслаженное действие от IG сейчас было на топе. Ну, они просто зашли за тауэр, чтобы забирать этот самый тауэр.
просто проблем. Просто по одному скулу сбросились и убить не убили. Да продолжай наблюдать просто за растущим крипсатом. Сайлора. Яо, кстати, в миде довольно неплохо действует. Пока против Даблы очень даже неплохо. 6 минут прошло, ФБ нету. Нам не привыкать, вчера Нави нам подарили 13,5 минут со счетом 0-0. Так что бывает и не такое. Да, если вспомнить LGD, они тоже в самом первом матче турнира, комментировал Каспер с Зенитами, тоже что-то там минут 13 ФБ не могли сделать. ДДЦ, атака под вардом прямо. Вот ДДЦ. Ну, на Феррари будет врыв. Ну, а тут вот дадим Виномансер. Вот он, Виномансер снизу. И ждет. Вот он, Хек. Где Гейл? Вот он, Гейл. И это ФБ. Браво, браво. LGD забирает ФБ. Да, кстати, не знаю, вопрос тебе, потому что я не знаю, где Леон получил 4-й левел. Так, врывается на ДД. Есть здесь голова. YYF забирает фраг. Нет, забирает фраг. Лишрак, лишрак. ЦМ-ка, ЦМ-ка умрет, да. Инвокер забирает этот хил. 4-й левел Леон, судя по всему, на пулах получил. Я, честно говоря, да, видимо, действительно в лесу напулил этот самый 4-й левел, потому что... Непонятно мне, где именно он взял. Бруда по-прежнему с легендарным крипстатом 1-0. Шикарно все просто здесь у Брудмазы. Ну и тысяча экспы, или это голды? А, 1500 голды уже преимущество у YG. По экспе там покоровненько, особого преимущества нет ни одной из команд. Так что все ок, пока месть, пока месть. Radiant's bottom tower is так, Яо и Жоу. Жоу, что у Жоу, кстати? Крипстат у Жоу 40 на 10. Крипстат, мы видим, что есть у него Ring of Aquila, тапок, Magic Wand'ы. Magic Wand'ы, Magic Wand, немного регена. Фейт пошел на топ, Чуан тоже перетягивается на топ вместе Кайб YYF. У Силар уже пришло фармить низ. Я не знаю, почему ему фармить топ, то есть почему ему снизу не понравилось. По-моему, ну, там что-то не так. Что-то не так. Бурда левел 4. Крипов слишком легко может, я не знаю. Ему снизу стоялось, он решил, ладно, пойду наверх. Кстати, у АМа реально дофигища крипов, дофигища динаев. Хочешь работать? Ну, АМ, да, 49 на 21, вообще фантастика. Вот Ксяоуэйта решили отправить не, чтобы Ксяоуэй там набрал немножко левел и криптат. Потому что пока у него не особо все хорошо, у него 13-0, извините. Маловато все-таки. Димак уже 6-й, есть уже персеверанс, 9-я минута, отлично. Смотрим ДД, пошел. Яо с Жоу мидя дерутся. Яо, кстати, инвокер довольно четкий. И сколько игр я не смотрел у него на инвокере, отыгрывает он просто на ура. У него получается я, все. Я думаю, с этим связано, кстати, решение Нави забанить вот этих двух чудо-героев у LGD. Так, Яо поднимает ветра. И здесь Гейл по Жоу. Жоу есть репликейт. Да, он уйдет, понятное дело. Он уйдет отсюда. То, что... Смотри, то, что еще пол лица оторвал. Нормально. То, что Яо не убил, это, конечно, плохо. Что они здесь делают? Они что-то хотят придумать. Ну, это движуха Велосипед, Пепси. Велосипед, наверное. У пацанов тут движуха Пепси какая-то, и они не знают, что им там делать вообще. Смотри, сейчас Леший, скорее всего, будет байтить АЭМа. Хотя, нет, ой, попал, стан, попал, просто, бомба, просто, ну, гаш. Просто гаши, ну, просто блинкауты. Что они хотели? Они хотели, не знаю, доставить неприятности Сайлорону. А, на тангу, да, они его развели на тангусик, потратив всю ману, что было. Апасян вообще, времени. Ну, может, на два даже танк разведут. Бисмастер сейчас ее еще убьет здесь, соло просто. Сейчас парами, если попадет. А, вот так тоже пойдет. Минус Бруда на боте, 3-1. Это какой-то бред, Сайлор. Лишрак. Минус Леш. 4-2. Да, реально происходит какая-то полнейшая бредятина. Я надеюсь, что эта же бредятина будет происходить и в следующем матче одной из этих команд. Потому что, по-моему, реально, эти типы как-то потерялись и творят какую-то неведомую херню. Видел это? Инвиз. Инвиз ушел. Почти сработал. Только тут бордец, как оказался.
Он думает такой, я стою в инвизе, все нормально. Тут хлоп, меня крипы бьют. Окей. Профессиональная сейчас дота просто. Понимаешь? Кстати, а у Жоута крипстат, как у Сайлора. 60 на 20. Хорош, он там хорош. Бегал, он что-то там выдумывал, он где-то там летал. И в итоге по крипстату у него почти так же, как и у... Страшные китайцы, хорошо фармящего фармят. Антимага. Так какие они страшные. Матрикс говорит, страшные китайцы. Я вот, собственно, достал, вот так улыбаюсь. Ну, говно. Все нормально. Что там играть с этими китайцами? Ну пусть все фармят. Вон Нага у них фармила 3 игры, и что дальше? Мне интересно, если LGD выйдет в гранд-финал, ну против них, я думаю, Нави будут банить лишь на тех же героев, будут ли они опять брать Нагу или нет? Стан по ДД, ДД должен умирать. ДДЦ получил здесь. Ой, вы смотрите, Байваев тоже умер. Жоу без репликейта, у него проблемы. У него вейва не будет. А, будет вейв. Давай, Силарчик. Не пошел до конца. 5-3 счет. Зашли тут еще какие-то китайцы к нам. Поняли, что их тут будут бить и ушли отсюда. Да, китайцы на той стороне. С китайскими флагами. Вот мне нравится вот этот главный фанат Ехомов. Он тупо третий день сидит там и спит. Да, третья девчонка. У них же 9 комментаторов, из них 6 парней, 3 девочки. Да, причем комментировала человека 3. Не, да? они меняются, они постоянно здесь работают. Чувак, это морж. Это морж по центру сидит. Это морж, у него 500 тысяч фолловеров где-то там. Как ты мог не узнать моржа великого? Лост залечил как-то cool story там. Ну так правильно все. 5-3 счет тем временем, 13 минута, 73 А вы в курсе, кстати, что ваша игра побила рекорд? За всю историю киберспорта самое большое количество зрителей смотрело какой-либо имент. А? Что неправда, официально была инфа. И уже в Твиттере есть. До этого был рекорд. А там не было типа подтверждения этого цифра. А сейчас-то подтверждено. Так, тут Аксиауэйт погибает. Да, и дультует. Ой, цепанул еще ДДЦ. ДДЦ хиксанул Чуаня. Сам отправляется отдыхать в таверну. Ну и IG минус Тауэр, минус 2. Как ты думаешь, с кем вам проще играть-то будет? Да. Что? Будет играть проще? А, интересно. Да какая разница, интересно. С кем было бы проще? Ага. Вот самими собой было бы проще играть, говорит да. Лос, но мы здесь, чё мы? 5-5 счет и опять таки какая-то игра забавная. Сам собой играть. Ну да, сам собой не очень. Не, ну я надеюсь, вы будете банить абсолютно то же самое и порадуете еще чем-то. Очень надеюсь, что при счете 2-0 в вашу пользу какие-то там IG так рассыпятся, что Дэнди просто возьмет Пуджа и их изнасилует. Да, как в финале ЕСВЦ, просто этих китайцев, иди сюда, иди сюда. Но это только на третьей карте. Хотя, зная вас, вам посрать, вы первую карту проигрываете во всех матчах. А дальше начинаете играть доту. В первой игре вы делаете какую-то хрень. Так, Сайлор на центре, на Жоу улетает. Ультимейт, Жоу, до свидания. Да, Жоу, конечно, такой. Тебе что-то стан одновременно был у кого? Бист ультанул и Гекс. Ну да, очень близко. 6-6, а счет, ну, снизу забрали Виномансера. Вчетвером, ну, есть Яо один на деке, Бруда начала подкушивать. Тот самый инвокер. Опа, торнадо, мимо всех. А, отличная торнадо. Это как вчера был Гейл в одном из матчей. Я не помню, что был за матч, потому что... Я не помню просто, что был за матч. Там, короче, типы пушили. И выбегает такой Виномансер, типы в шестером и с тринтами пушат. Пятером и с тринтами. Он такой выбегает, дает гейл и не попадает ни по кому вообще. Это вот просто в толпу кинул и не попал. Вот так вот точно так же, только что торнадо бросал товарищ Яо на инвокере. Тоже ни по кому не попал. Медасик на бруде. Китайцы поплыли. Китайцы. Это прикол, вот это прикол. Феррари покупает медас на 15. Феррари вообще обычно играет соло мид. В этой игре он стоял. Нет, он играет соломит или брутой. То есть тут. Сань, я все выкинул стаканы. Тебе зачем? Дурной вопрос. У вас там, судя по всему, дота очень сильная. Нас тут уже много, нас тут уже банда.
Нас тут уже очень много собралось, но это не важно. Все готовятся к гранд-финалу. General Preparation, сейчас, да? Сейчас вернется народ, да. У нас тут и Эш, и Зерич, и Лост. Да, а там бухло начали в холле продавать, и народ пошел туда отдыхать. Вы за смайлом следите внимательно, потому что тут такой... Смайл, все нормально. Мы только что были на перекуре между матчами. Смайлуха отличное настроение. Сказал, вот так выигрываю, беру бутылку вина, с горла выпиваю. А дальше начинаем думать, что делать дальше. Но сначала надо, конечно, выиграть. И я думаю, 4 часа ночи у Смайла рейс. А на Амстердам, ой, на Париж, извините, ой, на Нью-Йорк, блин, точнее, у него этот Сиэтл, Нью-Йорк, Москва, я думаю, что вряд ли осилит Серега, если все пойдет хорошо, вряд ли он попадет в аэропорт на этот рейс. Ну, это такое, поэтому потом поговорим. Сейчас главное дождаться соперника и посмотреть гранд-финал. Тут пока не особо весело все. А куда так Смайл спешит, вроде бы же команда? Тут пока Лосту уже надоело. Что? Лост тоже так же летит? Да, Лост тоже так же летит. Насколько я знаю, остальные ребята попереносили свои билеты, чтобы хотя бы погулять по Сиэтлу. Ну, еще не попереносили, но планируют. То есть Пупей, Дэндик и Хвост. Но я в этом не уверен. Увидим. Там есть какая-то инфа, якобы некто Синсинг отправляется из Сиэтла в Украину погулять. Нет, я этого не слышал. Возможно, это правильно, но, по крайней мере, он мне этого не говорил. Так что, хз, может, и отправляется. Ну что, начинает здесь Рошана насиловать парня из IG. Но, потому что убивать я это назвать не могу. Когда ЦМК и Лишрак с Ладстоуном 74 дэмэджа имея. Или от Рошана это называется насилие. Просто наблюдаю я дальше за тем, что здесь происходит. Да-да-да, типа давай, заходи сюда. О, торнадо, нормально, Жоу. Как будто ничего и не было. Не-не-не, я он отойдет, пробило, ничего страшного. Еще есть один паучок, он танкует. Все, идея была галимая. Это борода, это не дота какая-то. Вот. Вы, да, выложили здесь веточку и знаешь, что... У вас там трешак, я так понимаю, вообще полноценный. Я, говорит, Артур, лежит Iron Branch. Это, говорит, минером. Выкладываешь тангусю и минируешь все по ней. Ну, заманиваешь, да. Короче, типа... Ой, смотри, ям. Ям был нормальный, Чуан без маны. Ну, 19 минут, счет 6-6 по баблу. Неважно, по XP, неважно. Ну, нормальная у нас дота здесь происходит. Вообще шикарная дота. Даю игру. Все, смотрим доту. Смотрим доту. Нормально. Яо пошел. Один четверых просто. Жоу залез там под ЕМПшку. Понял, что был неправ, ретировался. Блин, я не могу. Это просто какой-то не... Все. Есть новые пауки. Сейчас просто будут дальше бить. Так, надо быстрее. Рошан регенит, пацаны. Они все стоят здесь. Бруда грызет. Бруды не, у меня нельзя от лица бруды посмотреть. Силар, кстати, уже Battle Fury Ultimate Orb имеет Willing Glide PT. Tourman Shield. Тут продолжается дискотека вокруг Рошан. Ну, бил бы уже, я не знаю, что они стоят. Не, Лишраку это надоело. Это просто трэш. Никто никого... Пошли в атаку. Давай, стой! Ой! Ну, нормально, убили ДД. Браво, всем табуном убили бедного виномансера. Я тебе скажу так, вот этот фраг был самым
на этом интернете это был самый подготовленный фраг вообще. То есть к нему готовились реально 3 минуты, чтобы убить этого виномайнера. Его убили. С чем я? Да, но было бы 2 форстапа, то всех бы вытолкали, а так... Все просто. Да, Леон есть. Так, а Леон жарит вообще в этой доте? Непонятно, кого жарит Леон в этой доте, честно говоря. Ну, не, ну, Леон, смотри, 1, 2, 3 ассиста, нормально, смотрю, барабаны сейчас соберем. Но... АМ не слышал, АМ фармит, у АМ куча бабла, у АМ там... У АМ вообще все отлично. 1000 голды и манта. Манта через 1000 голды где-то. Кстати, Рошана кто-то бить будет или кабан здесь посмотрит? Да, они просто действительно команды ходят в гости, и никто не хочет почему-то его бить. Его решили пожалеть. Давайте сюда, пацаны, давай вот сюда заходим и убиваем. Ой, птица, контролить надо, хорошо. О, висит птица. Чуан выбрал позицию. Лешрак таки вспомнил, что в доте есть 3 коридора. Пошел на топ. Сайлор здесь снизу против Феррари. Феррари его мидасом сейчас убьет. Прошу заметить, 3000. По баблу у него сколько там? Где там он? Где там этот пацан на бруде? 7000 денег уже он нафармил. 8000 Джоу. 11500 у Сайлора. Кстати, бруда, который был 0-1 крипстат, сейчас имеет денег больше, чем, блин, все остальные команды, игроки команды LGD, кроме самого Сайлора. Поехали дальше. Давай, давай, братиш. Забыли. Ой, о бруде, она все же поднафармила. Ну, бьют рожика сейчас. Да, ну, а тут АМ, АМ подбирает дабл ДМ, это нужно драться, ЕМС, БМ. Не попало по ЕМС. Надо бить, надо бить, Джоу, бей. Красная бей, манта, не, ну нафиг, есть. Бей. Крип пошел паук бить. О, у арбуза есть ульт, да. Ой, ворвались, смотри, как надо... На! На! Ой, я у всех поднял, где ЕМП? Опа, накричали. Там с дабл дэмэжем нашлепал. Ну 2-2, он с ДД, да. Он, смотри, а тут 3-2 вообще-то размен в пользу IG. Ну Силар сейчас может всех убить. Феррари без маны дерется, Силар, его пофиг. Да убивай же ты! Яо. Ох. Отъехал. Давай, до свидания. Инвокер. Да, LGD поплыли. Я смотрю сейчас на Яо, он такой за голову схватился, типа, что я делаю? Он ближе всего к нам сидит. Так. И понял, что нужно исправлять ситуацию, делать байбек. Я тебе скажу так, этого Рошана начали бить на 11 минуте, сейчас 24-я. Самый крепкий Рошан. Чувак вообще в шоке. Я знаю. А я и не пытаюсь. Я не пытаюсь вообще даже понять. Нормально, вард виномайнера. Рошан вообще в шоке от происходящего. Стою, никого не трогаю, а его просто нон-стоп. Каждые 20 секунд кто-то приходит, бьет и уходит, бьет и уходит. Прям вот мазохисты какие-то, ребята, из LGD и IG. Фаст Рошан, пацаны, в натуре. Стратегия Рошана. Да, это Рошана. Да, эта стратегия называлась Фаст Рошан. 25-я минута, Сайлар. Сайлар заберет таки тавр, наверное. Не. Бежать. Кстати, 800 денег у него. Прилетел сюда Жоу. У Жоу есть уже бабло на линку, но он не покупает. А вдруг пригодится. Это выход с Кади Батлфури. Или с Кади Персеверанс вообще. Спасибо. Ой. 25 стоит отметить, минут игры что, пошло. Посмотри, у АМа намного больше бабла, чем у Марфа. 13700 и 9700. Вот так вот. Где? Что, у Тайда в натуре? О, серьезно. Сапог, блин. Но ему больше просто ничего и не надо. Он себя просто великолепно чувствует.
Сайлан. О, да, есть, есть. Нет, это красная кнопка, она просто зеленая. А, ну да. Ну, ты прав. Так, ну что, готов, щуанище уже врываться куда-то. У нее есть блин, у нее есть ульт. Такой трэш. Бедный Рошан думает, так. Куда я попал? Надо, надо, чтобы кто-то книгу написал. Жизнь Рошана изнутри во время матча IG-LGD. Не, дота стала бы нереально скучно, если бы не было Рошана. КНС нам требует, чтобы его убрали. Не-не-не, пацаны, продолжаем КВНить. О, хорошо. Битва за Рошана. Не-не-не-не-не, не будет никакой битвы, Сайлор уже Т3 грызет. Вы что? У Сайлора на самом деле надо. Сайлор Т3 убьет сейчас вообще к чертям. Они не убьют его. О, Гейл залетел. И сейчас не давать сделать ТП-аут, и все. Да ладно. Джоу не знает, что делать. На топе тут Чуань пришел. Остался без маны, убил бы его Сайлор. Посмотри, сколько спилили от Тавара, осталось там совсем немного. А, да, в лесу дают бабло. Тут все правильно, надо, надо пойти в лес. 4000 денег. Сейчас будет как в прошлой игре у Сайлора. Сколько у него там было? А, 10100 у него было денег. Тогда он решил, окей, пойду-ся куплю что-то. Что-то ну, купил. Ну вот опять, АМ очень хорошо себя чухает в этой игре. Сайлор фармит, фармит очень сильно. Но тимплей, конечно, у IG получше и уже... Ну вот и опять. IG впереди по счету, IG позади по баблу и очень позади по XP. Очень далеко по XP IG. Шесть тысяч почти, ну, 5,5. Да, кстати, пока не начали убивать Рошана, все было хорошо. Да, они его вот на 13-й минуте бить. Вот на 13-й минуте, если посмотреть график по голде, начали бить Рошана. Отличный план был. Я думаю, идея, это надо было сразу сказать, как в пабе. Не, по-моему, херовая идея, не идем туда. Торнадо ЕМП. Торнадо ЕМП. ЕМП. Ну и шо, команда IG решила драку устроить. Залетает Гейл. Ферари. Они просто решили забрить Тауэр, я думаю. Ферари-то с ПКБ. Ферари айтемы появляются очень быстро. IG, конечно, тоже не промах. Тоже хорошо фармят, но Силар приятно выделяется. Т3 сносит. Силар приятно выделяется из всей этой панки. Увернулся, почти. Лол. Так, Сайлор решил. Дерусь до конца, как мужик. Да, он просто ультом убить. 1200 хп. 1200 маны. А у Сайлора на 1.1 мультиплайер. Просто, он просто мог его... Да, он бы его убил. Он бы его просто с ульта убил. Один удар и убил бы. У него было 1100 у этого лишарака. С одного удара он бы, ну, с ульта просто бы убил его, но... Но Сайлор пожалел ульт. Он сэкономил ульт. Он ему может пригодиться в лесу. Ну а вдруг в лесу в ближайшие 60 секунд пригодится? И что делать? Да. О, кстати, да. Сатиру, а вот это... Гениальная идея от Габлака. Ну, а чё бы нет? Смотри, этому можно на 440 лупануть дэмэджа. Нормально. Почти убьешь. Савуху. Ну тогда надо ману выжечь из него сначала. Ты что? Джоу убегает здесь от иллюзий Сайлора. Счет 8-1 с 30-я минута. Да, тут будет третья игра, это 100%. Я... Ой, Сайлор вошел на Джоу. Джоу его толкнул, говорит, не, братиш, ты противный. Уйди отсюда. О, идут, идут, идут. Идут на Сайлора. Вот он, план капкан. Давай. Давай, давай, давай. Чуан, прыгай, ультуй. Прыгай, арбуз. Вот же, фармит, прыгай. А Сайлор ничего не понял. Сайлор ничего не понял, ничего не почувствовал. Просто сделал блин, пошел дальше фармить. Сайлору вообще все равно. 2600 денег у него.
На Астальзе Слим, да. Где Феррари еще меня интересует? С Медасом 300 крипов, чувак, на 30-й минуте 300 крипов. Да, кстати, у Силара 300 крипов на 30 минуте, у него 597 ГПМ. Ну, типа, более-менее, скажем так. Для антимага by Сайлар это такой средний результат. Дарксир, я не знаю, где. Я не видел пики и баны. Он был в бане. Но если нету Наги, значит Нага забанена, наверное, Фурион. Фуриона против LGD банят все, потому что Xiao 8 этот долбанный, и они хорошо его юзают. Так что я думаю, он тоже был в бане. Ну, темп игры, конечно, совсем не тот, который был у нас в матче Na'Vi. 8-11, можно резюмировать этот факт, побыть капитаном очевидности. 32 минуты, 305 крипов. У АЭМа 180 всего лишь, у Марфа. Сильная, очень сильная дота у нас происходит здесь. 32 минута, 19 тащит рага. Свою команду наверх. Ну, 100 тысяч баксов игра стоит, как бы, то есть. Есть за что бороться. Может стоить. Но в любом случае она будет стоить кому-то, кто проиграет, минус 100 тысяч. Это, ну, и шанс на миллион, да. Но я говорю про синицу, не про синицу в небе, да, а про... Не про журавля. Про то, что уже. Да, то, что уже у тебя есть. По 150к уже эти команды имеют, но хочется ж побольше, да. Ну, я думаю, IG не будут совершать здесь ошибок, потому что сильно уж хотят они сухими из воды выйти. К тому же там доминирует только лишь один АМ. Вот это тоже на руку команде IG. То, что там только один АМ слишком стронг. Все остальные там посредственные относительно. Ну да, но там еще есть Яо, великий и ужасный. Я смотрю на одного антимага, потому что все остальные я не знаю, чем занимаются. Они где-то там ходят, сидят на базе. Ну то есть вообще ничем. То есть экшен настолько невероятный, что последний фраг был... Вчера. На 22-й минуте. 11 минут назад. А, да, нет Рошана вообще в игре. Ладно, ребят, сейчас 4-минутная пауза. Можете сходить, взять что-то поесть. Пока нет Рошана, фрагов вы не увидите, да? Да, пока нет Рошана, фрагов не будет точно. LGD не полезут. Им стрёмно. IG просто тупые. ПКБ у Лешрака. СМК, Транквил Тапки. Тут БКБ. Тут Дайгер по-прежнему. И теперь Тапок синий, а не просто Тапок. 66 маны у Тайда. Все, это точно ГГ. Следующий врыв Тайда, просто конец игры. У АМа пятера, вот просто пятера у Силара уже. Ну нормально. Зачем ему 5000 денег для Силара, это так себе, это. Я же говорил, что это 3 минуты фарма, боже. В Макдональдс сходить. Да. Продолжает тут Сайларушка фармить. Раз, два, три, Сайларушка фармить, да? Да, его это вообще не напрягает. Ждут, LGD пока закончится Aegis. Я вот серьезно, я смотрю на Сайлора, он фармит. Чем занимаются вот эти бомжи в игре, я вообще не знаю. Вот Леон, там левел 11, там вот этот инвокер. Где вообще инвокер? Инвокер фармит свой лес, да? Тут тоже ходят что-то, бродят пацаны. Да, эти тоже реальное дело. То есть они просто-напросто, они тупо тусуются вообще. Не, я тоже читал, что если стоять очень долго вот здесь на холд позишне, то вообще никогда в доту не проиграешь. Не, ну если обе команды будут стоять, крипы на холд позишне будут просто отбиваться. И все, победа. О, смог прилетел Тайду, ты понял? Сейчас будет экшен. Сейчас будет победа, прыв. Да. Да, а смог-то потому что до Рошана минуты две осталось, да? Смотри, я Эма сейчас намажу. Чесноком вокруг, и он не выйдет. Ой, а дагер у Леона, и это очень важно. Это неплохо, очень неплохо. Нет, это Яо, где Сайлор? Где Сайлор? А, он пошел мид пофармить.
Ой-ой-ой, ты смотри. ИГ решили рискнуть Аэгисом. Динамайстер вошел в толпу. Не. Лифт забыл. И смотри, забрали тауэр здесь. Invictus Gaming. Смотри, Сайлер по... Сайлер мог барак забрать вообще-то. О, бука... Ну, нормально. Да есть же первый фраг за 20 минут! Да, бедный Тайд. Смотри, а тут погоня вообще-то. Ой! Ой! Да, сейчас вот будет отъезжать Фейв. Фейв Степаут. Не-не, братиш, херовая была идея. Тобик, самое главное, что Тобик комментирует игру, еще старается. Что-то там... Накалять, типа, накалять, да? Да, типа ему интересно. Типа это, ну вообще Тоби попик, да Тоби это возможно последняя, возможно тут последний гранд турнире. Гранд финал комментировать он не будет. Почему? Так что, ну там решили опять-таки Valve, что комментировать будет LD и Luminous гранд финал. Вот LD и Luminous гранд финал на английском языке будут комментировать, почему-то так было. Ну, вообще, решение Valve не всегда объясняют. Ну, вообще, скорее всего, из-за того, что Тоби не хотел стримить кое-какие игры. Хорошо. АМ фармит. Дальше, ну, Габлаку, как обычно, виднее. Габлак говорил в прошлый раз мне, что Шуан вообще не знает английского языка и переводит Google Translate. Вот. Не, Чуан что-то там, Дэнди с ним общался как-то. Конечно, Шуан разговаривает вполне себе. Еще и на китайском. Да, да, да. Он же малайзиец. В Малайзии, ну, да. Большинство знает и китайский, и английский. Правда, не так хорошо, но все-таки понимает. Fuck yeah, Рошан номер два. Ну, заходи, бей бараки. О, есть ТП. Это Жоу. На Рошана забили. Давай, помогай. Помогай. Крипов и в атаку. Нет. Умирает. Сверх напряженнейший матч у нас от происходит. Разрыва. Я наблюдаю, как умирает от разрыва сердца паучки. 400 крипов, чувак. Я так понял, Жоу не успел нажать кнопку F, да? Наверное. А тут же ульт еще есть. Сейчас лишь рак. Раз. А тут КБшечка. Тайд. Тайд сейчас умрет. Прыгай на него. Куда ты прыгнул? У него с руки отбудохает, не? Просто пятерых. Просто пятерых гоняет Сайлор. Да. Да, это забавно выглядит, реально. Он реально 1 на 5 катает. Я помню, Габла когда-то на Алькаре 1 на 5 в доту играл на Тинтере, да, или на ком-то там. Наспор, 1 на 5. Вот сейчас Сайлор 1 на 5 играет, точно так же. Там на самом деле 1 на 5 нефиг играть, если у тебя так вот ловы. Всех пятерых. Я думаю, что пора заканчивать здесь. Кто? 3700 осталось. Да, сумасшедший Сайлор, 400 крипов. Да, Сайлор действительно сумасшедший, у него 645 ГПМ. Зачем ему ботинок? А, кстати, я не знаю, зачем ему ботинок. Могу продать, это ПТ. Тараска ему тоже не надо, я думаю, можно покупать рапиру. Там хиксов нету. Ну, а тут же есть хекс. О, минус Жоу. Сайлор там КБ забыл. Шоу минус. Сайлор, саультани туда в толпу, придурок. Так, это третья игра, друзья. Это хорошая ГГВП. Новость. Да, браво. Браво, ГГВП. Третья решающая игра. Вообще прям накал страстей и эмоций. 10-минутная пауза. IGLGD 1-1. Нави должны быть рады такому. Слушай. Узнай насчет гранд-финала как-то. Да, я узнаю, я иду сейчас узнавать.
Welcome back then to the analyst desk. And of course, what you just saw is LGD winning, tying it up 1-1. And that seems to be the story of today. It's going down to the wire with every single game. And of course, I actually didn't get to watch much of that game. That's because I was starstruck just because Idra from StarCraft 2 is here watching. Are you really? If you take the jib cam and you go up and you go around, I'll point him out. Oh, really? Yeah, I think you're a liar. He's right over there. He's talking to Ice Rock right now. He's saying... Are you sure it wasn't because of the ball? He's saying James, the game's broke. He's saying Ice Rock should buff Zerg. Yeah, look, we go to the jib cam now. Go to the jib cam. He's not. No, he is. He's here. Go to the jib. Right, okay. There he is. Idra, wave. That's him. That's not Idra. You're not... He's totally there. I saw him in the crowd. He must be hiding. He's off to the secret shop to spend money. Maybe he saw some... He's definitely there. I want a screenshot, and I want Reddit to prove me right. Maybe you're dreaming, James. Maybe I am. Maybe you saw some hallucinations in your head. Well, let's go to some content that isn't me just pointing people out in the crowd. Fair enough. Let's check out the highlight then of the GG, and you guys can break down the game for us. Yeah, so generally what happens here at this point, I mean, Anti-Mage just gets so much farm. We see actually a very nice initiation Ravage by IG, and for just a moment I thought they might take this, and then I realized that Anti-Mage was actually in the fight and just decimating everybody, and I was immediately like, oh, nope, back to where I thought we were. Yeah, there was a few key things here. Right at the start of the fight, Morphling gets a replica of the Anti-Mage, who at this point is completely massive, but immediately Lion uses Mana Drain, which gets rid of the replicant, and that means that they didn't have that tool at their disposal, and even with a nice Ravage initiation, well, IG at that point, it was all about the Anti-Mage. 11-0-1. His GPM was 662, and it was just a bit too much. Yeah, I really like the Lion pickup here. As you mentioned, it does disperse the Anti-Mage illusion, so as long as you cast on it, it's going to go, or not the Anti-Mage, the Morphling replicate of the Anti-Mage. Likewise, it's also very strong against the Broodmother. IG kind of went for a dual pushing strategy. I mean, you pick a Broodmother, and Broodmother's going to hang out in one lane the whole game. You're basically going to be playing 4v5. Well, Morphling has a similar potential. If Morphling's kind of AFK farming on one side, you have Broodmother pushing that long lane, you have Anti-Mage farming and pushing the other lane, and so you're ending up kind of pressuring constantly. Unfortunately for IG, that's not really how it worked out. Broodmother was very ineffective. Morphling's farm was able to work near what Anti-Mage's was, and it became too much of a burden for them to try and stop. Bruno, you want to Lion is now 1-0 at the Internationals 2012 because it was picked for the first time. Didn't have a great game, it seems, from what I'm checking. It was a support live assist. It was actually picked up because Shadow Shaman was banned. So he's kind of like, we can't get Shadow Shaman. They needed a double stunner. Let's get the Lion. Sure. But I think that the main point here is that IG lost because they picked Crystal Maiden. I haven't watched it too much, to be honest. But I was So we're 2-4 as far as actually. You guys are the only guys here. Me and Bruno were off doing so many autographs, it's ridiculous. Look, the bar opens, just be honest. I mean, I had to sign stuff for you as well. That was just embarrassing, but it's okay. Go on then, chip in. What I did is I did some math because I saw Crystal Maiden the only woman in this lineup, and I tried to sort the stats based on the color of their hair. Enchantress, Windrunner, Alina, and Redhead. And they average 48% win rate. Volatile. Now, Crystal Maiden, Naga is kind of blonde. And Invoker, another blonde girl, they average 46%. And, of course, the best are Mirana, Luna, and Queen of Pain, the brunettes, that are the best at 50%. The brunettes. Interesting. The best. What about Pycat? He's a blonde. What's his win rate? He's not a woman. I don't know. She's pretty cute. Just saying. Are you sure? We do have one Crystal Maiden here as well. I don't know if you saw. There's actually a Crystal Maiden cosplay rolling around, so there is a girl in the building as well. Yeah. Well, that is something. Only at the International. All right, Bruno. That was very informative. Enlightening, to say the least. What happens if you combine them all together and you have a brunette, blonde, and a redhead together? What happens then? I can't say that on camera. Bruno at a loss for words. It's a first. Oh, God. I'm good at setting you up. Don't worry about it. Thank you. I'm going to be your agent after this career. Okay, so let's talk about the next game coming up. LGD, every game they go into, every series, I always still feel they're the team to beat. Yes. And everyone, if they're going to play against LGD, you just have to break them. You have to execute perfectly. IG have done it once at the end of the first match. Can they do it again?
I don't know. I think they kind of stole that first game, to be honest. I feel like LGD has played better than IG both of these games. I mean, LGD have stuck to their guns. They haven't really – they did pick a little bit differently. They grabbed an Anti-Mage, so we haven't seen a whole lot of Siler's Anti-Mage recently. But they grabbed a Lion this time, obviously, to counteract and get, instead of the Shadow Shaman. But I feel like LGD, as long as they just stick to the game plan, they keep executing, I think they're going to be fine. Yeah, I think LGD are going to be going into this now. Before that, they lost three games in a row, so they've now got some confidence going their way. Nebu and I were actually watching their little player cam while they were during the draft, and I mean, they didn't look as confident as they have in the past. Zhao Wei had this sort of worried look on his face, so I think going into game three, he's going to be feeling a lot better. The whole team morale, it's something that matters. It's something that can give them an edge over IG, who have struggled in their last few matches. Yep. Yeah, and of course, this match, the winner of the next game will be moving on to the grand finals. We had four teams turning up today. Unfortunately, we lost DK a little bit earlier. They came in fourth. But do you know what they did after they lost? Do you know where I saw them? What did they do? Well, actually, they're probably really angry. But I actually saw them go to the secret shop, and they started buying Dota 2 swag. Well, they have 80K now, yeah. So they can buy a exactly. lot of swag. They just walked up and be like, how much Dota 2 t-shirts can I get for 80,000? That was quite a lot. You can steal a lot for zero. Yeah, but of course, IG and LGD do not want to lose. They want to go to the grand finals. LGD, I think they're dying for a rematch versus Na'Vi because it's... correct me if I'm wrong, the best of finals is, of course, going to be a best of five, but no one gets an advantage going in. Nope. So it's just a straight best of five. So even though Na'Vi got there first, LGD in a best of five, I think they're more scary in a best of five than they are a best of three, just because of how they play the game. And really, Na'Vi are going to have to just really impress. The one thing Na'Vi do have is the experience. They've been at this stage before. LGD are a very young team. They've got some players who haven't really been at these big sort of LAN competitions. I mean, they have played a few in the last year in the Chinese scene, but they haven't had that real long-term experience with the Na'Vi guys. I mean, they have more than any, maybe apart from IG. I'd say IG are the only team who match up in terms of experience. The other one advantage that being in the winner's bracket gives you is obviously Na'Vi's resting right now. They're watching LDG play or IG, depending on whoever wins. They're currently watching them. They get to see all of that information. They get to sit in the back in the players' lounge, you know, drink a few, eat a little bit, watch it. You know, I think that's a pretty good advantage. Whichever team wins this is going to come in with a lot more stress. They're going to be pretty, I mean, they're going to have been using their brain a lot more. I mean, we're going to be a little break, but not a huge one. Yeah, we're going to do a break after this game just for about 30 minutes to make sure the players are rested to go into the finals. But we still don't have our finalists, so I'll ask, because we're going into the ban and pick stage, IG versus LGD. Winner of this moves on to the grand finals, now down to the final map. So one map moves you into the grand finals. Who's going to take it? I think LGD, man. I'm sticking with it. I know IGD. Wait. You were just saying IG constantly. You just said LGD now. Okay. So sticking with it is maybe the wrong term. I'm a believer. I've been sold. LGD are too good. Okay. I don't know what I've been saying, but I'm going to go with IG for this one game. You're saying IG. You always just go with the opposite of what Never Neverless says. That's your panel strategy. Bruno. And I tend to be right. It's a good strategy. Whoa. Hey. Off camera, you can sort this out. I picked Bruno, make sense of this. LGD is kind of like Goku in Dragon Ball Z. They lose the first battle, but they learn about their opponents. They know how to fight it. They use the big Genki Dama and win the game. All right, your childhood seems awesome. I'm old. All right, let's go then to, of course, Toby Wong, Kenobi, and Sindarin. The final match between IG and LGD. Winner will be moving on to the grand finals to play Na'Vi. They're playing for everything here at the International Dota 2 Championships. Best of luck to both the teams, and enjoy the game. Brunette.